после предпринимательной атаки Городей Лебедев. Причем это опасно, на замахе выбрал Вайфунаса, удар в ближний и забивает. Может быть, Лебедев за поворотом, как плохо играет голкипер. Гол! 1-0 становится счет. Что придумает Дмитрий? Наверх. Что может? Удар, гол! Коль Дубаевич забивает 10-й мяч в сезоне. И отличная передача. Лебедев пробивает поворот опять. Летит в сетку. 2-0! Сегодня проблема шансов на чемпионство. А Гануха забивает сейчас. Центр можно пробивать. 3-0! Мяч Васильев! Хо-хо-хо! Вы видели этот ход мяча Вайфунаса? Как же... Следы на божью выносила. А Городей продолжает разносить Минск! И